Вам не кажется, что Бог избрал вас, чтобы испытать силу воли? Силу духа. Да, а любое испытание силы воли – это что? Это борьба между двумя сторонами личности. И в этой борьбе важно дать своей импульсивной стороне правильное имя. Например, большая денежка. Как только вы сможете ее назвать, вы сможете ее распознать и призвать свое мудрое «я». Скажите, а что в монастыре входит в круг ваших обязанностей? Я пою в хоре. Да, сам управляю хором. Там, служу, когда надо, у нас просто очередность есть. Угу. А расскажите, как вы стали петь? Это очень интересно. Да я не знаю, как-то даже не мечтал.